Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И сегодня я вот хотел продемонстрировать, что Raise Capital работает, капиталы привлекаем, все как положено. Raise Capital — это, если перевести на русский, привлекай капиталы. Люди регистрируются, лично я пригласил 4 человека, общая команда 26 человек. Ну, вы же спросите, а чё, а где же, ради чего сюда ты зашел? Смотрите, финансы поступают каждый день. И как я делаю, как я вывожу? Сразу говорю, что вот, мне в помощнике Best Change, и мне в помощнике вот такой кошелек MetaMask. Если у вас нет, сразу его заводите. И что я хочу сказать? Ну, небольшие, не огромные деньги. Ну, как на работе зарабатываю, пока я в Raise Capital. А по 0.1 эфириума я каждый день вывожу. Ну, вот так вот. Там на рекламу, на сигаретки, еще на что-нибудь, там на мороженка. То есть вы можете сделать то же самое. Зарегистрировавшись Raise Capital, нажать кнопку «Начать бизнес», установив кошелек MetaMask, например, если вы с компьютера работаете, если вы с телефона работаете, значит, установить Trust Wallet, с учетом того, что когда вы нажмете на кнопку «Начать бизнес», там все инструкции будут. Сразу говорю тем людям, которые решили заводить деньги со Сбербанка, Сбербанк в последнее время что-то там выеживается и не дает это сделать. Поэтому сразу говорю, у кого Сбербанк онлайн, заводите сразу Яндекс кошелек, проходите идентификацию. Идентификация проходит буквально несколько минут, и просто забейте. С учетом того, что со Сбербанк на Яндекс деньги перевод без комиссии, и с Яндекс кошелька вам намного будет проще работать. Но давайте ближе к телу, к делу. Ethereum, Яндекс деньги. Вот примерно такое направление я всегда выбираю, и примерно по такому направлению я обычно вывожу деньги. То есть по тому курсу, который мне, например, удобен. Мой курс, вы видите, что в кошельке у меня 0.13 этериумов. То есть все, я выводить не буду, я также буду выводить 0.1 этериума. Да, сумма небольшая, и здесь особо можно не париться, особо, чтобы вам там какой-то обменник выбирать. Вот есть обменник вот такой, не знаю, там, YAM Change. То есть я захожу в него, я здесь пишу 0.1. Вот, получаете 1759 рублей. Много это или мало, не знаю. Не знаю, как по вам, то, ну, по мне так нормально. На работу не хожу, особо не напрягаюсь. Делаю все как положено. Ну, сейчас я зайду в кошелек. Вот у меня почта есть, а здесь вот заплатили, поступил. Он у меня вот существует, вот этот Яндекс аккаунт, он непосредственно у меня существует для того, чтобы просто держать здесь кошелек, который я завел давным-давно. И также я здесь заказал карту, и по этой карте непосредственно, этой картой рассчитываюсь, с этой карты снимаю деньги, этой картой я постоянно пользуюсь. Я беру кошелек. Вот кошелек я беру, я его копирую, захожу сюда, вставляю его. Здесь мне нужно ввести email, здесь мне нужно ввести свой номер телефона. Галочку ставим и перейти к обмену. Как это все выглядит, вы прекрасно знаете. То есть направление обмена Ethereum. Отдаете 0.1, получаете столько-то. Заявка обмена создана, требует верификации через email. Вам на почту отправлено письмо. Идем на почту. Вот, заявка создана. Идем на почту, переходим по нашей ссылке. Нажимаем оплатить. И оплачивать я могу, либо сканируя вот этот QR-код, либо вставляя вот этот номер кошелька. Ну, я показываю, как это делать с MetaMask. Я копирую кошелек.
Так, захожу в MetaMask и нажимаю отправить. Нажимаю вот так вот. Здесь я ввожу сумму, которая мне нужна, 0.1. А здесь у вас все именно нужно вводить то, что у вас написано, 0.1. Нажимаю далее. Все, я нажал далее. И мы ждем, пока наша заявка обработается. То есть мы можем зайти на блокчейн, посмотреть, через сколько наша заявка обработается. Через 2 минуты 19 секунд наша заявка, по идее, должна обработаться. Ну, вообще, сейчас сеть не загружена. Будет это все намного быстрее и удобнее. То есть просто подождем. И нам придет оповещение. Вот наша заявка обработалась буквально за 12 секунд. Мы возвращаемся в наш обменник. Мы возвращаемся. Вот вы видите, что выскочило у нас окно от MetaMask, что заявка обработана. Это нам больше ничего не нужно. Оплата подтверждена. Оплата. Заявка поставлена на выплату, которая производится в течение 10 минут. Ну, подождем. Яндекс кошелек вы мой видели, я вам показывал, что там было 500 рублей. Вот, заявка поставлена на выплат, которая будет произведена опять в течение 10 минут. Это окно мы не будем закрывать, я пока остановлю видео. Да, кстати, давайте зафиксируем время. У нас время сейчас 17:46, работаем по Москве и ждем, когда у нас подтвердится заявочка. Ну, давайте смотрим. Пока я тут ходил, своими делами занимался, водичку попил. Смотрите, время 17:50. Ну, считайте, смотрите. Возможно, она даже поступила. Вот мой баланс 590. Перезагружаем страницу. 2341. Вот таким вот чудесным, волшебным. Вот 17:48 была выполнена заявка. Чудесным способом можно зарабатывать Raise Capital, особо не напрягаясь. Это с учетом того, ребят, что я еще не включал третью космическую. А у меня уже общая команда 26. И вот эти все люди, которые стоят подо мной, вот эта вся общая команда, они также при моей активности получают переливы. Вот смотрите, на первом уровне уже человек получил 10 переливов, никого не пригласил. На втором уровне 7 переливов, тоже одного человека пригласил. Здесь у нас Петр работает активно. Второй уровень у меня полностью заполнен. Хотя вы можете, смотрите, вы можете непосредственно попасть на третий уровень. Пока вы ждете, пока вы раздумываете, пока вы думаете, о, не, это чё, лохотрон. Не лохотрон, не пирамида. То есть вот эти все люди тоже вот свои команды получают и переливы они получают. У меня уже команда за 4 моих активных дня выстроилась до 5 уровня. И вы прекрасно видели, что пригласил я всего 4 человека. И вот это спонсор Raise Capital, потому что я стою под админским аккаунтом. И именно с админского аккаунта мне идут переливы. И так также переливы получаются и у моих партнеров. То есть от партнера к партнеру здесь идет. И переливы идут. Те, кто активно действует, работают активно. Вот смотрите. Здесь есть два бесплатника. Если они не проплатятся, соответственно, вы можете занять их места. Но хотя на третьем уровне у меня еще 15 мест есть. То есть заходите быстро, думайте быстро. Вход единоразово 0.1 Ethereum всегда будет есть. Это постоянно, это вот такая вот небольшая абонентская плата в месяц, чтобы просто получать переливы и получать деньги от Raise Capital и зарабатывать в интернете. На этом заканчиваю. Всем привет!